Более 10 тысяч дошколят собрались сегодня на Красной площади, чтобы начать День защиты детей с утренней зарядки. Среди звезд праздника юные телеведущие нашей телекомпании, олимпийская чемпионка Олимпиады Иванова и руководитель Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики Оксана Вербина. Подробности в следующем сюжете. Разноцветные кепочки, воздушные шары и беззубые детские улыбки на всей Красной площади. Картина уже привычная. Массовая детская зарядка проходит в Чебоксарах второй год. Я благодарен всем тем, кто ведет такой здоровый спортивный образ жизни. Каждая мама, каждый папа хочет, чтобы дети были современными, чтобы они были целеустремленными, талантливыми, умными. Так держать! С праздником, дорогие друзья! Комплекс упражнений для малышей разработали в Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики. Минут в режиме нон-стоп. Не каждый взрослый справится с такой нагрузкой. Но всем давно известно, энергии у мальчишек и девчонок обычно больше, чем у родителей. Мне очень понравилось, я второй раз сюда выхожу. Мария Шоклева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.